Без преувеличения, к этому событию «Партизанск» шел много лет. Именно как театр 90 лет назад здесь построили это здание. Сегодня Дом культуры. Его построили как театр изначально, чтобы было куда пойти шахтерам. Он, видите, по архитектуре, по своей, если вы обратили внимание, он немножко потом переделанный. Он построен как театр с гримерками, с там, широкими коридорами. Когда-то спектакли здесь собирали полные залы. Когда театра не стало, другие творческие активности объединяли в этом доме неравнодушных. В «Партизанских» всегда было много. Явление народного театра здесь встретили на ура. Люди уже готовы к тому, чтобы этот театр появился. Они с удовольствием ходят на те отчетные концерты наших творческих коллективов, которые сегодня здесь на этой базе работают, и залы полные. То есть народный театр прям вот в тему. Для первого представления народного театра на этой сцене кураторы проекта Ефим Звеняцкий, актрисы Горьковки Марина Волкова и Яна Мялк выбрали знаменитую пьесу Гуркина «Любовь и голуби». Пьеса забавная, но выбор дерзкий. Одноименный фильм в стране знает каждый. Крылатые фразы давно ушли в народ. И за словами «Мы из разных социальных слоев, но ведь судьба нас связала» или «Почему крашено? Это мой натуральный цвет» сразу видишь образ Гурченко. Перед артистами стояла задача архитрудная. К нам сказали, ни в коем случае мы не забываем о том фильме, и мы не ставим ни такую Раису Захаровну, как в фильме. Поэтому она своя. Но, конечно же, отпечаток нашего детства, мы смотрели этот фильм, все равно дает о себе знать. Своя, но с элементами все равно того фильма. И они сыграли абсолютно свою историю, в которой органично смотрелись и Раиса Захаровна, и Василий азиатской внешности, и Надюха, и дети, и дядя Митя, появление которого публика каждый раз встречала аплодисментами. Как кино посмотрели, и слезы были, и радость была. Мы все прочувствовали. Все, до глубины души прочувствовали. Молодцы, молодцы. Это чудо со слезами. Вот я первый раз такое вижу. Даже где-то на сценах спектакля где-то, это было что-то. Очень трогательно, очень жизненно получилось, просто прекрасно. Честно говоря, в один момент чуть не зарыдала. Да, вот настолько эмоционально все очень необычно. Прям да. Был очень доволен работой своих сверстников, очень классная Даже работа. Даже не верится, что это любительский театр. Два дня аншлагов, нескончаемых аплодисментов и понимания того, что в городе возродилась серьезная традиция иметь свой театр.